Ну а просто зараз черговий випуск «Сніданку із Зіркою». Хто виграв зустріч з Віталіком Козловським і як вона відбулась? Наталья была первой, кто прислал нам правильный ответ. Преданная фанатка Виталия Козловского. Девушка профессионально занимается фотографией. Она с нетерпением ждет того момента, когда сможет познакомиться с любимым певцом. Но не знает, что это случится совсем скоро. Виталик уже готовит для Наташи сюрприз. Наташа даже не догадывается, что мы ее снимаем. Она ждет встречи с заказчиком, чтобы обсудить детали будущей фотосессии. Не знаю, что она зараз зі мною побачиться. Це для неї буде повна несподіванка, але я сподіваюся, що вона буде не розчарованою. Привет. Это тебе. Ой, а... Я твой заказчик на сегодня, да. То есть, получается, все это то, что я должна была с ней договориться. С кем договориться? Ну, с заказчиком. Со мной договоришься? Ты фотографируешь? Да. Мне уже рассказали, что ты фотограф. Покажи свои работы. Ну, сейчас. Да, мне нужна фотосессия. И они взялись за дело. Ну, в общем, вот так вот. Могу показать. Ой-ой-ой-ой. Это что такое? Подожди. Это был показ. Это показ. Фэшн-показ, там, прически и так далее. И я работаю с некоторыми парикмахерами. Похоже, девушка не может устоять перед обаянием Виталика. Я тебя обожаю. Да? Да. Спасибо, так приятно слышать это вообще. Мухры-мухры, ребят. Я не просто встретился с девушкой обыкновенной. Она профессиональный фотограф. А еще и очень симпатичная. Да вообще просто. Да. Молодец. Немножко, как говорится... Так я уже ждала заказчика. Так я заказчик. Ну, так, я два в одном. Так бы я бы... Я заказчик и сюрприз. Платье была бы на каблуках. Да ты что, боже, да. Ты иногда ходишь в платьях на каблуках даже? Ну, бывает. Наташа до последнего не верит, что это происходит именно с ней. А можно я тебя коснусь? Что ты сделаешь? Я настоящий. Ты живой? Да, я настоящий. Ты мне не приснился? Нет, нет, я не приснился, я настоящий. Здорово. Честно говоря, я заинтересован в твоих работах. Я бы с тобой с удовольствием бы посотрудничал. Да, да. Ну, я могла бы тебе и сейчас поснимать, если ты хочешь. Мы можем здесь прям начать. Прямо сейчас? Да. Спасибо, спасибо. Скажи, пожалуйста, а у тебя девушка есть? Да. Ну, я буду. Но ты можешь быть второй. В любом случае желаю счастья. Ты можешь быть второй. Так вот. Они обмениваются номерами телефонов. Похоже, Наташа еще не раз увидится с Виталиком Козловским. Ну что, время прощаться. Я точно свяжусь с Наташей. Более того, я думаю, что на днях совершенно мы с ней созвонимся и договоримся о фотосессии, так как мне действительно нужно сделать фотосессию. О, мне девчонка очень сильно понравилась. Она живая, она творческая, она какая-то вот необычная. Вот приятно иметь дело вот с такими людьми.